Сегодня в областном центре объявлена санитарная пятница. Ульяновцы взяли в руки мусорные пакеты, грабли и лопаты и вышли на улицы своих родных районов. Конец апреля, начало мая в России – традиционная пора субботников. Сотни людей приводят в порядок скверы, парки и территорию около учреждений, где они работают. В парк «Семья» в Засвияжском районе прибыло 250 человек – работников соседнего автомобильного завода. Весь коллектив с удовольствием вышел на субботник, ну и мы рады поучаствовать в этом мероприятии. Добровольцы собирают листву и мусор, рыхлят землю, окапывают и белят деревья, красят бордюрный камень. Кипит работа и в Виновке. Там работникам парка помогают ребята из близлежащей школы. Сегодня только первый день субботника, он будет продолжаться у нас всю неделю. Например, 21 числа, воскресенье, к нам изъявили желание приехать студенты из Димитровграда. Сами изъявили желание, позвонили, напросились к нам на субботник. Мы им тоже предоставим возможность поработать, дадим инвентарь и наградим, а потом, значит, пригласительными билетами на аттракционы и в новый парк «Чудеса природы». К взрослым присоединились и самые маленькие ульяновцы. Дошколята железнодорожного района участвовали в благотворительной акции по сбору макулатуры несколько месяцев. На вырученные средства закупили саженцы каштанов. Сегодня деревца высадили на Каштановую аллею в 4-м микрорайоне. Дети сами собрали макулатуру, купили на эти деньги саженцы и сами сажают. Здесь представители детских садов и школ, конечно, под руководством старших, это так и должно быть. По подсчетам городской администрации, в санитарной пятнице приняли участие около 6 тысяч человек. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.